Много внимания уделяется общей физической подготовке, чтобы они были физически развиты. Это гармоничное развитие. Это и баскетбол, и футбол, и бег, легкая атлетика. Чтобы они развивались во всех направлениях, дети. Конечно, очень важно игровое мышление. И чтобы дети получали удовольствие в хоккее. Для этого они должны хорошо кататься. Чтобы хорошо кататься, нужно много тренироваться, чтобы было катание. Поэтому все аспекты игры учитываются. И вот такая вот философия развития школы «Красная машина юниор» Академия СК. Ребята заметно добавили, прогрессируют. Мы работаем, стараемся развить в каждом ребенке его потенциал раскрыть. И поэтому по программе НППХ, значит, у нас по стандарту идет много тренеров на льду, то есть, чтобы на каждого ребенка было выделено внимание, да, соответственно, дает свои плоды, свои результаты. Был там профессиональным хоккеистом недавно, закончив карьеру. Конечно, у нас такого не было. И как тренируют здесь и как тренировали образно там в других школах, но здесь намного лучше и время, и подход, и то, что на льду по 7-8 тренеров. И у тебя развивают не только там одно что-то, у тебя в одной стороне катание, в другой у тебя броски, в третьей ты игровое мышление. Но это намного лучше, чем было у нас. «Красная машина юниор» – это семья. В хоккее все важно, и мне все нравится. Все его составляющие – гол, пас. Иногда бывают смешные празднования. Это моя команда. Я капитан, я должен за всех наступаться, к победе надо стремиться. В этом сезоне, когда мы горели с «Динамо» 0-2, я забил с угла, вылез, забил гол в ближнее. Потом первый состав вышли, сравняли, выиграли. Сам хоккей – это не только игра, это радость для меня и для всех, и моей команды. Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и только все вместе.